Привет, только что я со своей женой пообедал вместе. Классно. О политике заговорили. Говорю, сегодня Янукович выступал с речью. Спич очень короткий, не более 5 минут. И ушел. Пресс-конференцию объявили, но диалога не было. А мы с ней, с моей женой расходимся в оценке политических событий. И вообще говоря о политике, наши отношения напрягаются. Мы на разных позициях часто стоим, но не развиваем этот конфликт между собой, в принципе, нормально. И пришли к выводу, я говорю, знаешь, мы подумали, я решил. Ну, короче, знаешь, говорю, в политике так много люди делают шагов таких компромиссных, которые в итоге оказываются неправильными, что, ну, их очень много, этих шагов. И что может спасти человека в политике? Это выбор такого правильного направления. Например, царь или президент говорит: я хочу заботиться о своем народе, это самое главное. И когда он так говорит, что заботится о своем народе, то вот это само по себе правильно выбранное направление, оно поможет ему компенсировать те неправильные там слова, фразы, поступки, действия, компромиссные решения на грани такой, знаете. То есть правильно выбранное направление, правильно поставленная цель, такая достойная, с моральной, социальной, духовной точки зрения, может спасти политика от ударов, от которых он не может себя защитить, вообще ни один человек на свете. Поэтому мы с женой вот в этом едины, и мне кажется, что любой конфликт, какой бы ни был там в семье или между друзьями, да, между кем угодно, он всегда становится конструктивным, когда вы соглашаетесь в каких-то очень общих вопросах, таких стратегических. И главное, чтобы было что-то общее. Тогда любой конфликт можно решать конструктивно.